Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, как повысить эффективность дня. Что для этого нужно? Для этого нужно составить план на весь день. Итак, начнем обо всем по порядку. Первое, что нужно, это нужно определить самые важные дела, которые необходимо выполнить. Например, обзвонить 10 клиентов по работе или у каждого какое-то свое задание. Второе, нужно поставить это задание как можно первее список. Третье. Расписать все по времени. Пример будет в описании к видео, смотрите там. Четвертое. В конце дня ставить плюсы напротив выполненных задач. Если что-то не выполнили, ставьте минус и переносите на следующий день эту задачу. Пример тоже будет в описании к видео, смотрите. И пятое. Составлять план с вечера или сразу на всю неделю вперед. Например, субботу составляйте на всю следующую неделю. Спасибо за внимание. Всем успехов!